На этой неделе на Беларусь обрушилось небывалое количество снега. Именно потому только благодаря слаженной работе коммунальников справиться с сугробами и вызванными заторами на дорогах удалось быстро. В то, чтобы и возле собственного дома был полный порядок, каждый может внести посильную лепту, выйдя во двор с лопатой. Но что делать пожилым гражданам? Волонтеры БРСМ приходят на помощь. Сейчас нашим бабушкам и дедушкам она необходима, как никогда. Снег заметает дороги возле дома, а сил справиться со стихией уже не хватает. Помощь пенсионерам в нынешнее время просто необходима, потому что многие не могут сами выйти и расчистить дорогу. Поэтому наши волонтеры подключаются к акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» и помогают одиноко проживающим людям с уборкой территории. Пожилые и одиноко проживающие люди могут обратиться по номеру горячей линии, и наш отряд волонтеров обязательно помогут и расчистят территорию. Пока ребята усердно работали лопатами и старательно очищали участок, пенсионерка Зоя Ивановна Климук наблюдала за ребятами. В 91 год женщина достаточно активна, любит погулять, когда тепло, но содержать двор в чистоте и порядке при таких погодных условиях стало непросто, а потому женщина с благодарностью принимает оказываемую ей помощь. Очень хорошо, я благодарна вам очень. Почистили двор, помогаете инвалидам первой группы. Это хорошее дело, помочь людям, старикам, инвалидам. Они очень будут довольны, что их не забывают, что им помогают. Из-за настоящей зимы, которую так долго все ждали, адресов для оказания помощи пожилым жителям достаточно много. А потому, вооружившись лопатами, волонтеры БРСМ будут помогать всем нуждающимся в уборке дворов от снега и дальше.